Итак, друзья, приобрел я по случаю вот такую статуэтку. Сверху она кажется, что медная, но на самом деле нет. Внутри это как бы алюминий. Ну, это не алюминий, а скорее всего олово. Ну, легкий материал. Но покрыто сверху пленкой меди. Вот такая вот красавица. Но тема красавица у нас грязная. Так что сейчас мы эту красавицу помоем. И покажу я вам после мытья, что будет с этой статуэткой. Так, начинаем. Для нашей красавицы мы приготовим ванну. Я добавил немножко жидкого мыла типа Fairy. Вот, потом обязательно добавим нашатырного спирта. Добавим чуть-чуть. Ну и все это зальем горячей водой. Ну и это все хозяйство я заливаю горячей водой. Как видите, ванна уже приготовлена для нашей красавицы. Опускаем ванну на помыть. Ну и сейчас уже вам покажу, как я ее помыл. И продолжим наш разговор. Ну все, помыл я эту красавицу. И в принципе, теперь можно, когда ее я отмыл от грязи, от пыли, можно будет в принципе принимать решение, что делать. Покрывать ее опять медной патиной, делать под старину, или же все-таки оставить как она есть. Даже не знаю. Пока в затруднении сказать, что мне с ней делать. Но буду думать. Почему я взял эту небольшую статую, а где-то сантиметров 60 высотой. Мне понравился ее рельеф. Очень хорошо вылитый и очень проработанный. Вы вот посмотрите, да, сейчас я вот ее поверну. Смотрите, как хорошо проработанный рельеф. Вообще просто замечательно, да? Вот, это куда-то поставить у кого-то там в огороде фонтан или еще что-нибудь. Будет смотреться просто бомба. Ну ладно, буду думать, что с ней делать дальше. А вам большое спасибо за просмотр. Друзья, я никогда не говорил, но, оказывается, мне подсказали, надо говорить, что нужно ставить лайки и подписываться на канал. Так что, в принципе, друзья, если вам не трудно, вы зашли первый раз ко мне на канал, подпишитесь и поставьте лайк. Это меня будет сподвигать на новые видеоролики. Большое, большое вам спасибо.